Всем привет, с вами Зарок, и я продолжаю проходить GTA 3. В прошлой части я остановился на том, что прошел Рэя, выполнил три последние его миссии, его пожелания, можно сказать, и еду проходить, не помню кого, короче. Я забыл, как его зовут, но у него, вот честно говоря, у него миссии просто жопа. Вот именно у него. Там просто, я помню, раньше когда играл, просто не мог пройти, но сейчас просто опыта побольше у меня прохождение, так что я могу сейчас не так набить. Может, что-то я и вспомню какие-нибудь миссии, так что помню, там будет миссия с фургоном, то есть я им буду управлять, но там полная жопа. Так что ладно, не буду все рассказывать, хотя я сам толком ничего не помню. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Ни хрена. Я надеюсь, ты мне много заплатишь за то, что я должен делать чудо фигню. Форт. Понятно. Не, ни хрена не понятно. Да. Я понял, по-моему, мне надо, короче, по Митсубиши искать джипарю какой-то, короче. Сколько я помню. Так, надо переехать на свою сторону. Вот что я и говорил. По-моему, я бы на другой полосе, по-моему, даже нормально было бы. Вот не он, интересно. Мазафака, выходи из своей красной тачки. Я не знаю, что это за марка, но выходи нафиг. Так, это не та тачка. Значит, я был прав, я не ту тачку взял. Я понял. Так. О, мазафака. Я же ваш, ребят. Вот она. Стой, нигер. Вот она. Джипарик! Твою налево. Так, ребят, я сначала, прежде чем вступить в бой, я думаю взять какую пушечку. Потому что там будет, ну, не дискотека точно будет. Может даже и похуже. Юбичерские нигеры! Fuck you, bitch! Ух. Fuck you. Я просто помню где-то. Гоню. Так, никого вроде как не слухать. Я не знаю, вот тут что-то я. Что за хрень-то тут, а? Mm.
Так, вот я не помню, ребят, что делать. Что это такое? Вот платформа. Ребята, ребята здесь. Вот что это за хрень? Давайте-ка лучше отойдем. Твою мать. Нахрен так пугать-то. Ясно, понятно, короче, надо просто. Фу, парень, я тебя чуть не застрелил, чувак. Давай, залази, мать. Нигер. Эй, чувак. Ну. Залази. О, блин, да вы почему такие все медленные вечно? Стоп. Давайте, давай вот этот джипарик лучше возьмем, а? Чувак. Старик, садись. О, блин, я готов тебя сам застрелить. Саморучно. Ты сел? Ты сел. Валим нафиг, чувак. Нам в любом случае эту тачку нужна, поэтому не выехали никак. Надеюсь, ты турик не заходишь. По пути. Типа как клавдить это. Только жалко, там ничего действия не было. Дверь откроется. О, бум-бум-бум-бум. Типа спасение заложника. Кто поймет. Клавдить, например, Metro K2 или Black Ops. Что-то она какая-то тачка хрень, честно говоря. Как они меня еще гоняют? Я теперь понимаю, почему я в прошлый раз базу так легко защитил. У них тачки хреновые. Как можно на таких тачках гонять вообще? Вон, а вот тут говно он побежал. На карту. И ты можешь быстрее. О, на 40 тысяч, это вообще прекрасно. Ну как, начну-ка я все-таки это делать теперь всегда, то есть останавливать запись, чтобы сохраниться. Ух, там я потом продолжу. И я продолжаю. Сейчас мы снова поедем к тому, кто нам заказал спасти старика, и у него еще две миссии пройдем. Пройду и закончу на этом очередное прохождение части. Очередное прохождение. Хреновая Феррари. Что-то мне больше всех супер нравится. Самая лучшая машина, ребят. Покупайте ее. Не думайте ни о чем. Покупайте ее. Феррари, все это хрень. Это хрень собачья. Кроме Энзи, наверное. А как же. Ну, костюм сегодня. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Понятно, мазафака, все. Нет, ребят, я сегодня прохожу две миссии. Это самая жопа. Эта миссия самая жопа, ребят.
Я понял, что он что они хотят, но, блин, я сам проходил ее далеко не с первого раза. Потому что там просто, ну, нереально с первого раза, мне кажется. Может, реально. Сделать все чистое такое. Я не очень такой про, я не хитман. Я не кратик. Там главное, чтобы меня не заметили. То есть как не заметили? То есть не понял, что это я был. Где будет происходить, я помню. Ни хрена себе. Все-таки да. Нет, это Астон Мартин. Или Ягуар. Астон, да, Астон. Ешкин ты кот. Knowledge is king, man. So we love the scientists here on Kenja. Вот фак, вот надо было мне. Блин, вот, нет, все-таки я не зря сказал, что две миссии за эту серию, потому что эту тачку. Просто мне в прошлый раз повезло. Машинка. Тебя налево. Ты где? Хотя бы одна. Нет. Стой, блин. Ему пофиг, по-моему. Отстаиваю, нет. Все, ниггер, вылазь, короче. Хорошо. Вот, видите, сразу нашел одну, сразу несколько появилось. Это же закон поду всегда. Я их долго искал, а они уже сразу появились. Он впереди. Ребята, тут вообще, знаете, вот, будет, конечно, платить тут придется. Это я вам отвечаю. Миссия не из легких. Вот именно вот эту. Прошлая была намного легче. Сейчас еще на крышу. Это вот именно что надо. Давайте спланируем. Кинг же, по идее, стоит. Нет, давайте же. Я вспомню, что я делал. Я просто успел вовремя. Тю-дю-рюм. Тю-дю-рюм. Фак. Ю. Нет. Вылазь! Ребята... What the fuck? Меня просто дохло. Не знаю. Ну, заканчивать на эту серию не надо. Вот про что я вот видите говорил, ничего. Давайте-ка вот вот все сразу, чтоб сразу мне туда ехать. Сразу туда поедем, без оружия, в принципе, никого не надо убивать. Я закончу эту серию. Очень трудную миссию. Она, в принципе, не трудная, главное свалить оттуда. Ваааа!
моста, а самое главное свалить, а все остальное, мне кажется, фигня. Так-то, наверное, не сложно, но все равно свалить с крыши, это, блин. Давай, чтобы она просто бронированная была. На дерьмо управление. Давайте мы все это пропустим. Давайте все делать в темпе. Блин, давайте я не надо починить вообще, ребят. Ибо еще я быстрее взорвусь, чем я взлечу. Там, блин, главное не взорвать ее. Давайте я буду сейчас аккуратно ехать, ибо я сейчас ее просто взорву. Называется... Просто взял и врезался, блин. Ну что? Даже самому. Нет, я поеду ее починю, потом буду, короче. А ты печально, не проще мне туда просто гранатку закинуть? Они бы так посмотрели, так опа! Эти, как их там, кто они? Вот сюда, да. Да нет, опыта не надо. Движок, вот движок бы мне бы не помешал бы новый на эту тачку. Но я как вижу, я он ничего не поменял. Ладно, кофе, давайте уже поедем здесь. Это там было ближе. Нет, по идее надо туда уже ехать, да. Так что надо туда. Свалили кое-как. Все, ребята, я на этом заканчиваю серию. Фу, со второго раза на меня получилось. Все, да, все, я заканчиваю на этом часть прохождения GTA 3. Если вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх за такую миссию и сделать, извиняюсь, забыл, сделайте подписку на канал. А с вами был Зарок и GTA 3 прохождение именно ее. Всем удачи и ждите новых серий и ждите GTA, ой, ждите Minecraft тоже. Warface можете пока что не ждать, хотя можете и ждать, мне без разницы. Ну все равно, может быть, сниму, может и нет. Ладно, всем удачи и пока.